Теплообменник в котельной разбирают на составные части. Каждую пластину сначала споласкивают водой, потом убирают с них накипь. Пластины теплообменного оборудования засыпаны, значит, специальной кислотой. После того, как они определенное время полежат здесь, значит, на них отойдет все натрий-кальциевые отложения. После этого их уже промоют чистой водой и будут собирать теплообменное оборудование в рабочее состояние. Перед началом отопительного сезона котельные проходят планово-предупредительный ремонт. Чтобы зимой жители не остались без тепла, летом все отопительное оборудование проверяют и готовят к работе. Сейчас специалисты закончили промывку теплообменника, который обеспечивает дома горячей водой. Профилактике подвергается вся электрика, газовое оборудование, система холодного водоснабжения. Одновременно с котельными к зиме готовят и дома. По итогам, каждый из них получает паспорт готовности к зиме. Ускорьте процесс выдачи этих паспортов, район возьмите на контроль. И, соответственно, вам активизировать работу по внесению в систему электронного ЖКХ. Ну, я привет, где выясню. Поэтому здесь на контроль этот момент берите. Ну и если вы говорите 63 дома, а прессовано промыто 28, поэтому здесь тоже вам необходимо активизировать работу. К работе в холода готовят и теплосети. Перекладку труб в центральной части города уже завершили. Здесь в первую очередь, чтобы дорожники могли спокойно приступить к ремонту улицы. Сейчас активная работа по перекладке сетей началась в Октябрьском, Промышленном и Кировском районах. На пересечении Солнечной и Димитрова меняют тепломагистраль диаметром 500 мм. Прошедшей зимой на этом участке была авария, из-за чего несколько многоэтажек некоторое время находились без тепла. Кроме того, на этом месте будут строить новую дорогу в направлении к стадиону. Всего в этом году планировали переложить 16 километров теплосетей, что уже вдвое больше, чем в прошлом году. Но в процессе добавляются все новые участки. Сейчас, так как еще проектов точных нету, пока идет согласование с администрацией города, с Минэнерго и с нашим московским руководством выделения этих средств, то есть там еще дополнительно, я думаю, где-то, наверное, около 7-8 километров допом будет. Поэтому в этом году, если все сложится оптимистично, мы побьем все рекорды перекладок тепловых сетей в городе Самара, которые вообще когда-либо были. Городские власти контролируют все этапы подготовки города к отопительному сезону, чтобы зимой в домах самарцев царили тепло и уют. Марина Матвеевна, Артем Сулайманов, события.